красота, лепота. Цветочки полевые уже растут. Вон там уже желтая полянка. Все желто в цветочках. Красота, лепота. Природа расцветает. Как прекрасно наблюдать за этим процессом. Каждый раз восхищаюсь. Где-то две, а вон они две. Две уточки-то. Парочка, мальчик и девочка. Они вместе плавают. Какие красотульки две. Просто красотульки. Наверное, тут их дом где-то. Прудик. Где они тут купаются. А там лесочки, наверное, где-то их домик. Или, может, здесь в камышах прячутся. Наверное, в камышах. Тут даже есть маленькая, мелкая рыбешка. Сейчас покажу. Рыбешка плавает. Я сначала думала, это желтые листья. Когда ближе подошла, увидела, что это рыбка. Маленькая. Представляете? Настоящая рыбка. Даже не думала, что в этом пруду есть вот такая рыба. Такая интересная. Красненькая. Красота. А, там еще и темные рыбки. И светлые, и красненькие. Вау. Сколько рыб. Да. Мне кажется, их сюда запускают. Они здесь размножаются, как такой большой бассейн. Как большой аквариум. Потом она вырастает. Мне кажется, вот эта красная, она растет, а там... Кои, мне кажется, рыба. Она потом очень здоровая вырастает. Ее, наверное, переселяют уже в водоемы побольше. Вау. Интересно, как. Рыбье царство. Надо же. Камеры, чтобы вам показать, какие красотульки плавают. Прям вообще лепота. Благодать. Благодать на благодать. Вот они прям выстроились такой цепочкой. Сегодня теплый день, наконец-то. После двух дней дождей и холода сегодня потеплело. Уже какие-то шмели летают, букашки вылезли, что потихоньку природа оживает. Красота, лепота. Где наши уточки? Вот одна. Где твой жених? Где твой красавец? Нету, уплыл. Тебя оставил одну. А нет, он где-то вот тут рядышком. Вот он, селезень. Красавец. Вот это мальчик. Когда он с таким вот зелененьким цветом, цветной, это мальчик. А девочка вот такая серенькая. Это девочка. Вот он к ней пришел. Вот так, да, красавцы. Красавцы. Вот так, почешите себя, почешите. Красотульки вы мои. Ну да, надо быть красивыми. Да, смотрит на меня. Ну что он тут делает? Скоро все это зазеленеет, все эти деревья. Будет все зелененькое, красивенькое. Пока сейчас еще не все зеленое. Сейчас еще пока деревья только просыпаются. Потом все здесь будет такое зеленое, красивое. Будет очень красиво.
же беседка есть. Тоже. Можно там сидеть. Мне нравится вот эта ель. Она какая-то такая необычная. С такими вот шишками. Смотрите, какие шишки. Здоровые, просто гигантские. Шишки, шишки. Шишки, шишки. Красота. Все расцветает. Вот такую красоту я вам показала на сегодня. На сегодня вот так вот. Прудик. Прудик и наши. И наша парочка. Все, пока-пока. До встреч. Новых встреч. Пока.